Здравствуйте, меня зовут Наумова Дарья. Я учусь в 6-м лицее города Тамбова в 3-м Б-классе. И сегодня я хочу вам прочитать отрывок из произведения Ханс Кристиан Андерсена «Девочка со спичками». Как холодно было в этот вечер. Шел снег, и сумерки сгущались, а вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать. Вот какие они были большие. И девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла. Другую утащил какой-то мальчишка. Заявил, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих детей. Вот девочка и брела теперь босиком. И ноги ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек. А одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички. И ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрожшая. И тогда и замучилась бедняжка. Спасибо.